Всем привет. Мне почему-то организаторы не сказали, что темы должны быть наркоманскими, поэтому я такую тему очень скучную выбрал на фоне всех остальных. Ну, постараюсь вам чем-то вас повеселить там по ходу. Ну, для затравочки такой вопрос. Поднимите руку, кто из вас хоть когда-либо делал код-ревью? Я. Да. Вот сейчас пойдет об этом речь. Дело в том, что код-ревью начинается, ну вот первый в жизни человека код-ревью, как правило, выглядит примерно вот так. Вот вы что-то обнаружили, да, и вот начинается код-ревью. Вот. Ну, уже чуть дальше, как бы более конструктивный код-ревью может тоже вот так вот выглядеть и работать, но не знаю почему. Вот. И еще более адекватный код-ревью, когда вы сами уже что-то сделали, думаете, это там правильно или нет, и позову-ка я кого-то, и мы вместе посмотрим на это. Вот это уже такой более адекватный код-ревью. Вот. Но это все такое спонтанные процессы, они сами возникают в новой команде. Люди как-то стараются помочь друг другу, либо специально, либо случайно. Вот. И код-ревью — это абсолютно натуральная вещь, она появляется сама собой. Вот. Но очень часто вот в таком формате, когда все спонтанно, вы делаете код-ревью, как правило, слишком поздно, когда уже он там долго работает, либо не работает долго, и, в общем-то, и вы явно делаете это не вовремя. Вот. Поэтому первыми, кто, наверное, сделал адекватный подход к этому, были GitHub. Вот. Они предложили некоторый более формальный подход, что давайте, ребята, делать код-ревью вовремя и давайте делать его вот так. Вот так, как они предлагают. Ну, не будем подробно там останавливаться на том, как они это предложили делать. Все очень понятно. Pull-реквесты, комментарии. Я чуть подробнее скажу позже. Вот. Ну и такой базовый вопрос, нужен ли мне код-ревью в моем проекте. Вот. По моему мнению, в новых проектах код-ревью формальный процесс не нужен. Вот. Его нужно формализировать только со временем. И, собственно, вот какой процесс эволюции, вот какую эволюцию этого процесса была в нашей компании. Вначале у нас были спонтанные код-ревью, когда просто мы подходили к друг другу и говорили, помнишь, ты там вот написал, вот она уже на продакшене там 2 дня, но там надо что-то поправить. Да. Вот. Потом уже, я не в курсе, я вот что-то такое сделал, но я не знаю, не уверен, я вот позову кого-то. А дальше мы такие поняли, что окей, ну как бы ты хочешь меня позвать, тебе помочь, но я занят сейчас, давай ты сделаешь pull request. Такие, ого, ну давайте теперь уже более формально подходить к вопросу. Человек делал pull request и... Мы вместе посмотрели. А потом уже следующий этап, когда человек просто не знал, что он сделал что-то не так, и поэтому его нужно как бы подтолкнуть к тому, чтобы он сделал, что он будет вынужден получить чье-то подтверждение, что он сделал хорошо. И тут уже входит обязательный код-ревью. Вы не можете сделать изменения где-то, не спросив у кого-то разрешения. Вот. На merge в upstream. Вот. И вначале, в нашем случае, это было только на конкретные изменения, а потом уже просто уже на все. Потому что все стало достаточно сложным, и, в общем-то, сейчас мы не мержим абсолютно ничего, кроме там хот-пэтчей в мастер без код-ревью. Вот. И все это было, естественно, fail-driven process. Вот. Мы переходили от этапа к этапу, потому что был какой-то фейл, но я привел примеры, вот, который давал нам необходимость усложнить процесс. Вот. Сам процесс можно такими вот базовыми свойствами характеризовать, наверное, любой. Он может быть опциональным, либо необходимым, может быть формальным или неформальным, и исполнитель, который его делает, может быть выделенный, либо вся команда несет ответственность за это. Вот. И если вы хотите ввести более такой конструктивный подход, вы должны ответить на все эти вопросы. Хотите ли, чтобы это было опционально или обязательно, формально или неформально, и кто это делает? Вы делаете вся команда по какой-то логике, либо какой-то один выделенный человек. Либо выделенный человек на какое-то время, либо выделенный человек навсегда. В общем, вот на такие вопросы стоит ответить сразу. Вот. Ну и позиция в процессе разработки весьма очевидна. Вначале вы планируете, потом вы имплементируете, кодите, потом вы делаете код-ревью, потом происходит мануальный QA, и потом
релиз изменений. Хотя, в общем-то, ну, команды такие, скажем так, в простых случаях можно сделать процесс QA и код-ревью в параллели. Вот. Когда, в общем-то, изменение просматривается с одной стороны техническим специалистом, с другой стороны мануальным тестировщиком. Вот. Хотя формально, если говорить формально, то, конечно, QA должен происходить после код-ревью. Вот. Но мы очень долго находились в фазе, когда мы делали это параллельно. Но опять же, fail-driven process привел нас к тому, что пришлось формализировать вот в такой последовательности. Вот. Ну и вот так вот выглядит процесс код-ревью в GitHub'е. Вы его все прекрасно знаете. Я так просто повторю, что мы делаем форк, делаем изменения, открываем pull request, ждем ревью, обсуждаем и исправляем. И вот это самая важная фаза, самая сложная фаза. Здесь может быть несколько циклов. И дальше отправляем изменения в апстрим. Вот. Поэтому с формальной точки зрения код-ревью — это процесс аппрува изменений перед их попаданием в апстрим, изменений в коде. Вот. Ну и самый сложный вопрос в этом всем — как же, собственно, делать ревью? Потому что все остальные вещи уже как бы за вас решены. GitHub все делает, может, еще какие-то есть дополнительные тулы, которые, может, бранчи там создают автоматически. Но, собственно, как делать ревью? Вот тут, собственно, есть какая-то автоматизация, но большая часть остается в режиме ручном. Вот. И когда, естественно, что если вы видите такое количество изменений, то, собственно, это займет какое-то время, и нужно найти вещи, на которые нужно обращать внимание в первую очередь. Очень часто молодые ревьюеры, очень энергичные, начинают ревью кода вот с таких вот вещей. Какие там есть typos, white spaces, code style, когда в этих всех вещи как бы уже исправлены, они могут там заметить что-то еще, какие-то проблемы в коде. Но это не очень-то правильный подход, потому что это, скажем так, самые незначительные проблемы, которые могут быть в pull request на 3000 строчек. Вот. Поэтому нужно понять, куда смотреть в первую очередь в любом pull request, на что обращать внимание, что самое важное. Вот. Самое важное — это всегда то, что сложнее всего поменять. Если вы не успели или не вовремя что-то сделали, то потом будет сложнее это менять. Вот. И с точки зрения такой простой философии, первое, на что стоит обратить внимание в pull request, это условно названо словом «архитектура», так просто в кавычках, вот. Я условно разделяю это на 5 пунктов. Решение проблемы, если есть public API, если есть изменение database schema, посмотреть на database schema, дальше объектно-ориентированный дизайн и потом подписи публичных методов. После того, как вот эта вот вся структура вами проревьюлена, вы переходите к имплементации. Окей, как имплементирован каждый класс и метод в отдельности, какие есть views, тесты, и только в конце code style, typos, white space, в общем, все то, что можно, в общем-то, исправить в любой момент времени за 5 минут. Вот. Ну, подробнее остановимся на каждом пункте, будет примеров очень много, именно на что обращать внимание, что самое важное. Вот. Первое — это problem solution. Ну, вот это такой этап, который все пропускают. То есть все сразу начинают смотреть в код, что там, в общем-то, сделано в каких-то деталях, но для начала нужно понять, что этот код, какую проблему он решает, решает ли он ее принципиально. Вот. Ну, проблема имеет смысл, проблема решена, и high-level security, high-level performance конкретно покажу, что я имею в виду здесь. Вот, например, такой вот у нас когда-то был такой вот очень простой фикс такой вот проблемы, что пока нужно показывать в выпадающем списке только продукты, только категории продуктов, в которых есть хотя бы один продукт. То есть категории без продуктов в списке, в выпадающем списке показывать нет смысла. Но оказалось, что ни одной такой категории в базе данных просто нет. Вот, поэтому, когда я говорю «problem makes sense», имеется в виду именно вот это, что проблема вообще имеет место быть. Вот. High-level security — вот такая вот когда-то фича пришла, очень замечательная. Login user automatically when they click from an email. Ну, просто в нашем случае это не очень-то безопасно для тех данных, которыми мы обладаем. И ну, что стоит проверить в первую очередь, вот этот high-level security, вообще эта фича, в принципе, она безопасна для вашего продукта или нет? Вот. А так потом уже смотреть, собственно, в код. И high-level performance,
Вообще, эта фича может ли быть имплементирована быстро, в принципе, или нет? Потому что если там, например, SQL-like запрос предполагается на таблицу со 100 тысяч записями, то, как бы, естественно, что имплементировать эту фичу быстро, в принципе, невозможно. Нужно использовать какую-то другую технологию. Вот. Ну, проверить, что это не касается каких-то performance-sensitive data, и, может быть, какие-то есть use cases, в которых эта фича будет медленной. Например, вывести там 100 тысяч записей на страницу без pagination. Вот. Когда вы с этим разобрались, да, проблема решена, high-level performance, high-level security, вроде все окей, это может быть имплементировано безопасно, это может быть имплементировано быстро. Вот, можно переходить к публичным API-ам. Вот. Ну, конечно, степень публичности у API бывает разная. Там публичность для соседней команды, публичная для всего мира. Но я в основном остановлюсь на публичности API вообще для всего мира. Вот. И тут четыре подпункта. Первая, самая частая пропускаемая вещь — это эффективность API, и только потом логические endpoints, request параметры и response формат. Вот. Конкретно по каждому пункту. Ну, это то, что попадает в документацию, собственно. То мы и проверяем в первую очередь, что то, что задокументировано, оно эффективно работает, оно удобно. Вот у нас была такая задача имплементировать API для того, чтобы можно было сделать approve модели referral, когда у пользователя имеется purchase order number. Вот, purchase has one referral. Значит, нужно найти по... Имплементировано это было так. Значит, по order number можно найти соответствующий purchase, в нем найти referral ID и сделать второй API call на то, чтобы сделать approve этому рефералу. Эффективно? Ну, как по мне, не очень. Вот. Эффективнее было бы сделать вот так. Несмотря на то, что, может, там у кого-то по REST есть какие-то вопросы, но стоит задуматься о том, эффективно ли решена проблема. То есть эффективен ли API. Если вы предполагаете, что кто-то вне вашей команды будет там, делать два API-кола вместо одного, и его это устроит, окей, не вопрос. Но это может и не устраивать кого-то. Поэтому убедитесь в том, что это достаточно эффективно с точки зрения API именно. Посмотрите на API в отдельности, не смотрите на имплементацию. Удобно ли это использовать, достаточно ли это удобно. Вот. И, ну, тут понятно, что и частая вещь, которую часто забывают, делая ревью API-ов, это response-формат. То есть удобный ли response-формат? Как правило, все смотрят, ага, ну, типа, endpoint вроде хороший, а response-формат, он как бы в endpoint, как правило, не прописывается. Посмотрите обязательно на response-формат. Вот. Вот такой простой пример двух респонсов, которые вроде бы одинаковы, но в первом случае возвращается массив, а в другом случае хэш с одним элементом из массива, и первый вариант, он просто более читабелен, скажем так, а второй вариант extensible, в него можно будет добавить новые данные. То есть убедитесь в том, что респонс-формат соответствует задаче и что вы выбираете, какой респонс-формат, который проще или который extensible. Просто в голове поставьте галочку, что да, я... как pull request reviewer, я апрувлю этот response формат. Я говорю, что да, это ок, это response формат, который меня устраивает. Вот. Ну и, собственно, другой там публичный API на JavaScript, который сделал я сам. Вот. Дело в том, что здесь, ну, в чем проблема в этом API, в нем дублируется название компании внутри как бы одного из аргументов. Почему я так сделал, интересно, потому что я думал об имплементации. Дело в том, что вот это событие, которое передается внутрь, оно транслируется в общий поток событий, в котором могут быть события не только из моей JavaScript-библиотеки, но и какой-то другой библиотеки. Поэтому я подумал, что было бы круто добавить имя компании туда, чтобы идентифицировать те события, которые относятся именно к... моей компании. Вот. Но для конечного пользователя ему и так понятно, что если он вызывает это на объекте с названием Talkable, зачем туда передавать еще дополнительно название компании как один из аргументов. То есть, ну, то, что оно там присутствует, это часть имплементации. Имплементации в виде некой там общего потока событий, в котором могут быть не только Talkable события, но и еще какие-то другие. Но конечному пользователю ведь это неинтересно. Это все всего лишь реализация. Вот. Поэтому, естественно, что нужно было сделать вот так. Вот.
И, ну, говоря о том, что вначале стоит посмотреть на PI без реализации, вот такой вот еще один пример. У нас был такой вот публичный API на JavaScript, вот, и я начал разбираться в том, как используется этот API, и увидел, что как бы как первый аргумент можно передать две константы только, и больше ничего. Вот. Ну, это, как по мне, не очень эффективное решение. Просить пользователя запоминать какие-то константы, лучше сразу в API ему сказать, какие эти константы могут быть. Вот. Просто обращайте на это внимание, на то, чтобы посмотреть на API, как им люди будут пользоваться, а не на его имплементацию. Да, внутри там имплементация одинаковая, и можно вызвать там одну и ту же функцию. Но снаружи пользователю будет удобнее использовать, не использовать магические константы. И у вас, как pull request ревьювера, есть эта возможность, потому что человек, который реализует, он находится как бы в этом всем с головой. Он там уже в этой имплементации, он на эту имплементацию потратил в 10 раз больше времени, чем на API, а ваша задача как раз проверить API в первую очередь, о котором он забыл, пока делал имплементацию. Вот. Database schema — следующий очень важный элемент. Конечно, database schema менять очень тяжело, она не относится там, к каким-то публичным API, но чтобы поменять database schema, ну, кто менял, тот знает. Чем больше таблицы, тем больше проблем. Вот. Вот. Ну и в таком порядке. Вначале relations между таблицами, потом data columns, а потом уже именование и того, и другого. Вот. Об этом очень много всего сказано, какие должны быть эффективные модели данных. Не будем на этом подробно останавливаться, но общие две рекомендации, какие были варианты и выбран ли самый эффективный вариант там, хранения данных. Он эффективный или нет? Вот. Ну и вот такой вот простой пример там, неэффективного хранения данных, когда в одной колонке содержится два значения. Вот. Какой в этом смысл? Почти никакого. Такое хранение ниже будет гораздо эффективнее, можно будет делать там, больше запросов отдельно на width, отдельно на height, больше-меньше операций будет легко реализовываться и так далее. Вот. Ну и данные должно быть легко читать, а не легко писать, даже если это делает их более сложными в записи. Да. Ну и менять схему данных — это, как правило, самое сложное, что может быть. Поэтому обязательно проверяйте, что схема данных выбрана максимально эффективно на данный момент развития проекта, потому что ну, потом поменять очень тяжело. Вот. И окей, значит, мы разобрались с публичными API, разобрались с базой данных, теперь можно посмотреть на объектно-ориентированный дизайн. Посмотреть, окей, какие у нас есть объекты, как они взаимосвязаны и как работает наследование. Вот. Как правило, ну, с первыми двумя пунктами «Reflect the real world» и «Inheritance» нет никаких проблем, но я все равно чуть-чуть остановлюсь на них. Больше проблем, как правило, с конструкторами объектов. А вот такой пример из Java Handbook вот, о том, как делается наследование. Я не думаю, что... Ну, вообще ошибок с наследованием на самом деле довольно мало, чтобы кто-то там пронаследовал неправильно объекты. Это бывает довольно редко. Поэтому... Ну, просто убедитесь при ревью чужого кода, что там обратите внимание на там, ну, объявление классов, все ли правильно пронаследовано, согласны ли вы с этим решением или нет. Все равно. Хотя там ошибок, конечно, очень мало бывает. Вот. Но вот с конструкторами все, например, обстоит намного сложнее. В конструкторах часто бывают проблемы, и я сейчас объясню потихоньку, почему это так важно. Вот в данном примере два объекта, и дело в том, что один из объектов, один объект конструирует другой и передает себя в него же. К чему это приводит? К тому, что один объект нельзя использовать без другого. Вот. И по конструктору это сразу можно понять, что в одном и во втором объекте они как-то передают друг другу себя, и получается, что cell я вообще не могу использовать отдельно, вне field. Тогда зачем мне вообще объект cell? Он может какое-то поддерживающее значение иметь, но суть его как бы ну, чисто утилитарная. Потому что он неразрывно связан с field, вообще неразрывно, никак нельзя его использовать без field. Вот. Поэтому конструкторы классов — это очень важная вещь, на ней стоит подробно остановиться, потому что конструктор класса, по сути, определяет, ну, отвечает на много разных вопросов.
какие вещи необходимы для того, чтобы использовать этот объект. Потому что полезность класса определяется тем, насколько часто я его могу использовать, а что мне нужно, чтобы использовать класс? Мне нужно его сконструировать. Что мне нужно, чтобы его сконструировать? Нужно передать все аргументы. Соответственно, я очень методично ищу все аргументы, чтобы построить этот класс. Поэтому очень важно, чтобы их было как можно меньше. Вот, чтобы класс можно было повторно использовать чаще. Вот. И дальше это дает ответ, а какие ответственности у этого объекта? Вот. Вы можете чисто по конструктору понять, какой чисто теоретический лимит, что этот класс может сделать. Потому что те данные, которыми он оперирует, это чисто теоретический лимит, вот, что по максимуму там вообще может быть когда-либо. Вот. И какие методы потенциально могут быть реализованы, и какие вещи должны быть переданы в класс в качестве аргументов. Да, поскольку они не переданы как конструктор, они будут переданы в качестве аргументов. Поэтому, такая штука, связанная с naming problem, как правило, все обращают внимание на имя класса, но имя класса гораздо проще поменять, чем его конструктор. Чтобы поменять конструктор класса, нужно также поменять все методы, которые в нем есть, потому что они будут оперировать другими данными. Соответственно, name дает понимание того, что объект должен делать, а конструктор — то, что объект по факту может делать. Потому что никто никого не ограничивает, то есть в классе могут появиться методы, которые изначально не подходят ему по имени, но тем не менее какие-то данные есть в конструкторе, значит, можно добавить туда эти методы. А почему нет? Вот поэтому конструктор менять сложно, имя менять легко. Смотрите на конструктор в первую очередь, на имя во вторую очередь. Вот такой пример там, какого-то класса, который анализирует каждый request, и в него передается объект request. Вот. В чем проблема? Что может делать потенциально такой request analyzer? Ответ — все, потому что у него есть доступ ко всему. То есть любой человек может добавить туда любой метод, включая там, не знаю, доступ к базе. Почему? Потому что там есть все, в реквесте есть все, все данные, можно оперировать чем угодно. Вот. Гораздо эффективнее написать конкретный request analyzer, у которого будет конкретное предназначение. Он анализирует только вот эти вот три вещи и анализирует только их. Это сразу дает лимит того, на что этот класс потенциально может отвечать. Он не может отвечать ни за что другое, кроме вот user agent, URL и content type. Все, что можно сделать с этими тремя вещами, может быть в этом классе, все остальное не может быть. Вот. Идем дальше. Public method signatures. Мы теперь разобрались с конструкторами классов, да, разобрались с наследованием, теперь мы смотрим на подписи методов. То есть что этот класс умеет делать, потому что это уже определяется его конструктором. Вот. Placement, находится ли метод в правильном месте, правильные ли его аргументы, правильное ли у него имя. Остановлюсь только на placement, потому что про placement часто забывают, что метод можно поместить в разные места. При код-ревью задумывайтесь, почему метод находится именно здесь, где он еще может находиться, почему это место было выбрано для него. И аргументы. Ну, с аргументами все на самом деле просто. Наиболее типичный пример — это абьюз аргументов, когда в метод передаются аргументы, которые этот метод может получить просто через this или через self. Вот такие простые примеры, когда метод передается this data, хотя доступ к this data у этого метода есть, и ни для какого другого, ни для какого другого data, кроме this data, этот метод не вызывается. Вот. Ну и во втором случае точно так же передаются два аргумента, user и user role. Сразу выглядит подозрительно, а может ли role будет быть чем-то, кроме user.role? Зачем второй аргумент? Нужен он или нет? Не говорю, что он не нужен, но это подозрительно. Подозрительно, но надо проверить. Вот. Отлично, супер. Когда мы разобрались с публичными методами, разобрались с конструкторами классов, можно перейти наконец-то к имплементации. Хотя, как правило, большинство людей начинают с имплементации. Хотя это уже и не так важно. Мы ведь поняли, какие компоненты есть у приложения, как они могут потенциально взаимодействовать, какие у них там теоретические лимиты ответственности. И только тогда можно говорить о реализации, что там уже внутри. То есть вот до этого момента мы проревьювили примерно 10% pull-реквеста. Но 10 самых важных.
его частей. То есть то, что будет очень сложно потом поменять, то, с чем у людей, как правило, возникают сложности. Дальше все более-менее просто, потому что дальше мы каждый кусочек ревьюем отдельно. Все, все публичные методы в правильных местах, каждый класс на своем месте. Теперь мы просто смотрим, какая реализация каждого отдельного класса, какая реализация каждого отдельного метода. Вот, какая там, что там есть по безопасности, по минимализму, по перформансу, что там для нас нормально с локальными переменными. Поехали. Ну, такая вот вещь, как бы, когда я смотрю на метод, первое, что меня интересует, это некоторый общий approach этого метода. То есть что, что в целом происходит. Самое важное, есть ли какие-то циклы в этом методе, потому что циклы добавляют сложность в любой метод. Да, если там, что в цикле происходит, то уже как бы сложнее. Все. Да, есть какие-то условные конструкции, и потом все уже все остальное. Что я имею в виду? Это довольно такая размытая тема, и применима она только к методам вот такого типа. Вот. Понятно, что ну, как бы методы в одну строчку, там так все понятно. Да? Он как бы либо вам эта строчка нравится, либо нет. Вы эмоционально там сразу быстро все определяете. Но когда я вижу что-то вот такое, у меня сразу... Ну, как я на это смотрю? Я смотрю, на каких у меня строчках есть циклы здесь. Вот здесь на второй, на третий, на шестой, на седьмой я вот выделил их. Те места, где есть какие-то циклы. Вот, и я думаю, ну, получается, что вот эти вот как бы строчки, они определяют структуру. То есть у меня вот здесь вот как-то грубая вот как-то работает, да, что-то собирается вместе. Здесь какой-то цикл, который делает transform keys. А вот этот цикл как бы самый такой... интересный, да, тут вообще что-то такое страшное происходит, складываются два хэша, у которых берутся ключи с уникальностью, вот, и я сразу такой раз определяю, ага, вот это, наверное, строчка шестая, она самая определяющая в этом методе, вот тут-то что-то такое происходит, потому что все остальные циклы, они как будто бы какие-то утилитарные, они простые, а вот здесь вот что-то такое вот сложное происходит, что просто капец. И вот такой вот вложенный еще цикл, да, такой тоже непонятный. То есть вот эта часть — это core этого метода. Все остальное — это просто какое-то утилитарное присвоение, которое ну, там, подготавливает данные к чему-то более важному. К чему? К тому, что происходит с шестой по девятую строчку. И вот туда вот, вот если разобраться, что происходит с шестой по девятую строчку, то все остальное уже не так страшно. Вот. Поэтому, когда я говорю approach, я имею в виду, что вначале смотреть на структуру циклов, потом на условные конструкции, если они сложные, а потом уже на все остальное. Может, есть какие-то вопросы по этому? Вопрос. У вас есть какой-то анализатор кода и руки стайла? Да. Хотя минимально у вас уже упал его метод по количеству записей в стоп-методе, по сайзу и по схемате. Дело в том, что я тут очень сильно все это адаптировал под презентацию. Это не продакшн-код, то есть мне пришлось тут ну, сильно упрощать и как бы сдвигать как-то, чтобы это потом поместилось просто на одну страницу. Не, оно в продакшене проходит, а что там? Но это не по сути этой презентации, это не так важно. Важно, что этот метод делает, что там с циклом происходит. Я могу решить проблемы с код-стайлом за 5 минут. Если мне не понравится цикл вот здесь, то вот это будет проблема. Да? То есть нужно будет перелопатить весь метод и непонятно каким образом, чтобы что-то поменять, если это неправильно. Вот. А если у меня проблемы с код-стайлом, ну, как бы я их быстренько решу. Просто на самом деле, если за то, что методом, который будет нормально хотя бы называться, и ты понимаешь, что так все проще, тебе даже будет проще читать это, понимаешь, потому что ты смотришь конкретный кусок данных, который есть, но в каждом коде. Ты понимаешь, что к чему, а не когда у тебя такой целый стек, тебе нужно понимать от начала до конца, что куда идет. Ну, этот метод, он очень вылизан. Мы его вылизывали где-то 2 недели, и в нем все неспроста. И я могу за каждую, как бы здесь, за каждую закорлючку ответить, почему оно именно так. Ну, это просто сильно в контексте проекта, поэтому... Ну и окей, значит, мы проверили структуру метода, дальше стоит посмотреть на performance и vulnerabilities. Окей. Если это важно в данном методе, если это важно, если есть какие-то security sensitive штуки или performance sensitive штуки, давайте на них тоже посмотрим. Вот. Ну, в идеальном мире
фиксы performance и vulnerability не должны менять структуру кода в целом. Они должны просто исправлять эту вот маленькую проблемку, которая там есть, например, добавить CSRF токен в форму, либо там что-то в этом роде. Они не должны вообще в целом менять суть происходящего. Вот. Ну, на практике, к сожалению, приходится иногда поработать, чтобы оно так и было, чтобы не нужно было менять всю структуру ради того, чтобы что-то работало быстрее. Вот. Ну, когда я говорю не менять всю структуру, это вот, вот патчи такого типа. Да, то есть просто быстренько что-нибудь раз чуть закэшировать, чуть заприлодить, и уже все быстрее. Вот. Это хорошие performance патчи. Вот. Хорошие vulnerability патчи выглядят вот так вот. Мы просто эскейпим что-то, что небезопасно. Вот. Конечно, в, ну, если вам, опять же, нужно добавить CSRF токен в форму, то вы тоже делаете это одной строчкой кода. Ну, я не думаю, что там будут какие-то проблемы. Поэтому, когда я говорил о безопасности в самом начале, я говорил о такой общей безопасности. Это, в принципе, безопасно иметь такую фичу? Может ли эта фича, в принципе, быть реализована безопасно? Вот, когда мы говорим о безопасности каждого отдельного метода, мы говорим о таких вот деталях, там XSS, load parameters, backend authorization check, авторизация на UI элементы. Вот, все ли это сделано? Поэтому вначале, на первом этапе не забывайте проверить общую безопасность, а потом уже в конкретных методах, в конкретных views используйте, ну, пользуйтесь там каким-то guidance, который говорит о том, как там форма должна быть сделана безопасно, как должны быть безопасно переданы параметры куда-то и так далее. И performance примерно то же самое. Есть некоторые общие понятия performance конкретной фичи. Может ли это вообще быть сделано быстро? Там, на том технологическом стеке, который уже был добавлен, либо на том, который будет добавлен. И будет ли это работать быстро для всех случаев. А потом уже на конкретном, каждом конкретном методе мы проверяем, что там быстрые запросы, есть кэшинг, если нужно, и есть какая-то микрооптимизация. Вот. И после того, как мы завершили отлавливать проблемы с имплементацией, переходим к тестам. Проверяем coverage, в первую очередь use cases coverage, а не формальный coverage. Что имеется в виду? Что конкретно покрыты ли основные use cases? Потому что если даже формальный coverage 100%, то use case coverage может быть далеко не 100%, и даже важные use cases могут быть не покрыты. Вот. И уже после того, как мы проверили use cases, обязательно не забудь проверить use cases, а не только саму имплементацию тестов. Вот. И тогда окей, если это ок, значит, смотрим на имплементацию тестов. Ну, вся идея этой презентации в том, чтобы не тратить свое время на проверку деталей перед проверкой реально фундаментальных вещей, потому что любая деталь может быть изменена, если фундаментально все неправильно. Поэтому смотрите вначале на фундаментальные вещи. То есть нет никакого смысла обсуждать имя метода перед тем, как вы обсудили вообще его существование в принципе. Нет никакого смысла говорить о код-стайле, пока вы не проверили имплементацию. Вот да, там, может быть, вам будет удобно читать, действительно, вы это правильно заметили, но просто когда работаешь там с козиллионом проектов во время своей жизни, начинаешь парсить просто все. Парсить все, потому что везде разные код-стайлы, и приходится просто уже адаптироваться под каждый проект, а зачем? Вот можно, когда вы можете выпарсить просто все вручную, ну, зачем? Вот. И еще хочется пару слов сказать о культуре. Культуре код-ревью. Вот. Дело в том, что очень часто код-ревью, ну, некоторые люди воспринимают это как некоторую критику. Особенно, если они там очень хорошо вложились, и как-то у них все, по их мнению, получилось, а кто-то говорит, что нет, несовершенно, недостаточно хорошо, либо совсем нехорошо. Ревьюер, ну, должен понимать это, что его комментарии могут задеть. Могут задеть того человека, который это все сделал. Это часто случается. Поэтому не забывайте про вежливость и не забывайте про, ну, отмечать хорошие вещи. Вот, например, вы увидели, что, ну, цель код-ревью — выявить изъяны, да, но если вы увидели, что что-то сделано хорошо, вы можете сказать, блин, реально, вот это вот круто, да, вот это вот хорошо, вот это мне нравится. Вот. Это очень важно, это мотивирует того человека, которому вы делаете код-ревью, и это показывает ему, что вы смотрите не только на плохое, да, что есть плохое, но и на что-то хорошее. Вы отмечаете это. Да, вот это классно. И first things first — это очень важно, то есть просить
автора код-ревью исправить все код-стайлы перед тем, как вы вообще будете смотреть на то, что он написал, ну, я считаю, что это трата времени. Вы должны думать о том, как уменьшить количество циклов код-ревью против исправлений, потому что это единственное, ну, то, куда уходит большая часть времени. Вот. Если вы делаете какое-то замечание, которое, ну, как бы, знаешь, я не могу как бы посмотреть твой код, пока ты не исправишь вот это, ну, это просто увеличит количество циклов код-ревью, вы потеряете свое время, ревьювер потеряет свое время. Экономьте время людей, их нервы и так далее. Вот, да, сохраняйте время автора и свое собственное время. Вот, через уменьшение количества циклов код-ревью. Вот. И, ну, если вы уже находитесь на таком очень высоком уровне, например, вы можете сделать какой-то предварительный код-ревью перед тем, как передаете более конкретный код-ревью там, какому-то нижестоящему человеку, вы можете посмотреть только там какие-то X пунктов сверху и вниз уже не опускаться. Там, не опускаться до уровня имплементации, посмотреть только сигнатуры методов, посмотреть сигнатуры публичных API-ов и так далее. Вот. Поэтому начинайте с главного, это сохранит ваше время и время того человека, который пишет этот код. Вот, в первую очередь проверьте, что архитектурно все правильно, что проблема решена, все публичные методы, все публичные API хороши, правильная схема данных, правильный объектно-ориентированный дизайн, правильные сигнатуры методов, и только после этого переходите к имплементации. Вот. Либо можете, например, остановиться на каком-то X количестве пунктов сверху. Если вы экономите время, то проверьте только X пунктов сверху. Вот. В экстремальных случаях, например, я только проверяю только вот эти три. Вот. Если времени вот совсем обрез, вот эти три проверил и говоришь, ну да, с остальным потом разберемся. Вот. Все, спасибо. Это последнее. Ссылки в e-mail, то есть нужна ли эта фича в принципе. Но разве эта задача не должна решаться? Вопрос не должен решаться на этапе установки самой задачи. Да. Ну, действительно, есть варианты с таким процессом, но я всегда убеждаюсь в этом и сам тоже. Потому что, ну, такое пропустить — это большой фейл. Большой фейл, и за этот фейл кому-то влетит. Да? Вот. Ну и даже не столько большой фейл, тут пользователи могут пострадать, если я не уделю этому, как ревьювер, дополнительное время. Потому что, ну, цена ошибки здесь очень высока. Да, человек, может, он должен, да, он там по должности какому-то другому человеку положен это делать, но он может допустить ошибку. Если ты выявишь эту ошибку, то это будет большой плюс. Вот типа там есть у тебя продукты, там или что еще возникло, да? Ты просто перешел продукты, запушил туда, потом следующий пункт, так поэтапно ты сам уже. Это если есть возможность плавного перехода, если и старый и новый переход работают. А если, например, в гейме не backward compatible изменения, то приходится просто сразу выливать изменения. Вот, например, если мы там когда-то переходили с AWS 1.0 на AWS 2.0 гем. Вот, и все. Вы как бы либо так, и все. Почему? Ты заапдейтил гем. Но это выливать нужно сразу, а ревьюить-то можно постепенно. Да, можно, но тогда будет черный, красный билд. Ну и давай. Так у тебя будет на тестовом твоем бренче, который будет, у тебя будет красный. Тебе не важно, пока до конечного этапа будет уже не красный. Окей, вы можете так делать. Это презентация, я не хочу затрагивать вот эту тему атомарных изменений, потому что это совсем другая тема, да, то есть, да, это снимает ответственность с код-ревьювера, что ему будет проще, но работа здесь связана не с код-ревью совершенно, она связана с тем, чтобы вот делать эти атомарные изменения. Циклов фидбэка и изменений. А вы не практикуете такой момент, как дизайн-ревью? Потому что я сталкивался с ситуациями, когда человек занимается разработкой фичи, она уже превращается в pull-request, и ревьюеру ему говорят, а тут вообще архитектура неправильная, переделывай все заново. Да, мы определяем такие фичи, это называется implementation plan. То есть мы заранее понимаем, что эта фича очень сложная, и мы говорим, что
Перед тем, как ее разрабатывать, мы напишем implementation plan. Implementation plan — это примерно все изменения, которые будут сделаны, только задамплены в один файл. То есть вы в одном файле можете писать что-то кодом, что-то текстом, говорите, что я изменю вот это, вот это, вот это и вот это. Вот. Но это больше относится к планированию, чем ну, к код-ревью. Но да, такие проблемы бывают. Подождите, тут следующий вопрос отсюда, да? Да, Богдан, как ты думаешь, после полугода, например, такого ревью, может ли быть такая точка невозврата, когда код-ревью вообще не понадобится, когда каждый член команды будет понимать, что он должен сделать так, чтобы код-ревью прошел автоматически или моментально, или его не было вообще? Да, это может, наверное, такое возникнуть, но если проект достаточно маленький. Потому что в большом проекте будет всегда то, что человек не знает. Вот я, например, там знаю только там половину проекта, хотя я в нем работаю 6 лет. Просто куча людей делают разные вещи по кругу. И рано или поздно я прихожу к тому, что я это сделал, но я не знал вот этого, не знал вот этого, не знал вот этого. Да, у вас может быть вот этот этап, когда проект недостаточно большой, но недостаточно маленький, когда вы идете вот как бы как по маслу, вы будете чувствовать это. Но там дальше уже будут типа фейлы. Будут фейлы, когда да, мы все знаем, да, раз, быстро. А тут такой, о, блин, да там, короче, перформанс какой-то медленный вот в этом запросе. И ты не знал, что есть такие клиенты, для которых там особые какие-то данные. И вот там будет медленно. Спасибо. Да, следующий оттуда вопрос. Вы меряете ли какой-нибудь KPI по ревью? Зачем вы его делаете? У вас есть цель для ревью? Зачем делать ревью? Уменьшить количество багов в продакшене. У вас есть KPI, который ты измеряешь, что ревью прошло успешно или неуспешно? Ну, я думаю, что только неформально и по количеству комментариев. То есть, когда ты, ну, как бы, вот есть какой-то комментарий, ты видишь, что это реально была бомба в этом pull-реквесте. Что если бы это не исправили, это было бы все. И все. А? Там у вас есть предположение, что QA должен проходить после ревью. Да. Если цель свитить, то зачем заниматься разным? Почему нельзя сделать вместе? Потому что это делают разные люди, и получается, что, например, если происходит все в параллели, такой сценарий. Значит, есть готовый pull request. Приходит QA, говорит, по поведению все соответствует. Приходит инженер и говорит, что этот запрос будет медленный, перепиши. Человек переписывает этот запрос, меняя поведение этим, но не зная об этом, и добавляет баг. Вот, баг не проходит QA, и все. И попадает в продакшн. Не получается ли, что у вас цикл разработки больше? Да, больше, да. Fail-driven process. Мы проходили через фейлы, связанные с этим. То есть, ну, фейл вот очень простой. Ну, на оптимизации SQL-запросов мы уже собаку съели, все, как бы, все у нас уже зашибись. Значит, запрос изначально QA одобрил имплементацию, говорит, что да, здесь все соответствует по поведению, никаких вопросов нет. Но потом пришел инженер, говорит, запрос медленный, перепиши. Человек его переписал. А QA уже сделал свою подпись, что было ок. Но ок была та предыдущая версия, не оптимизированная. А оптимизированную версию он не проверил. Вот, и все, и был exception. Еще один маленький дополнение. Нельзя ли это все автоматизировать? Если в вашем случае defect free code, то можно написать бизнес-тесты, которые берут ваши QA, и проверить качество тестов и скорость, которую тратит. Я не видел ни один проект, который бы обходился полностью без мануального тестирования, если в этом проекте есть UI. Есть моя компания, за нашу компанию у нас нет мануального. Да, это большое исключение из правил, ну, если вам это подходит, хорошо. Я просто не понимаю смысла вашего, если там нет этого процесса. Если все можно автоматизировать, почему делать лучше? Я не знаю, я не согласен с вами, что все можно автоматизировать. Кто-то согласен, что код-ревью можно автоматизировать полностью? Но под ваши цели, да. Ты не понимаешь архитектуру, как будешь проверять. Чем? Кто проверит правильность названия методов? Какой автоматический процесс? Чем здесь баг-репорт? Мы не о баг-репортах говорим. Нет, баг-репорт. Ваша цель сделать код, который будет безопасным, да? Нет. Это только часть процесса. Цель сделать фичу, удовлетворить бизнес-требованиям, сделать код эффективным в долгосрочной перспективе. Тогда я не понимаю, как вы все это можете мерить и улучшать процесс.
Да, никак. Ты как минимум можешь прийти человек и сказать: о, смотри, а я так делал, у меня получилось в итоге. И ни один автомат тебе это не увидит, потому что человеческий опыт как бы... Ну это же должно быть все просто. Если есть формальный процесс, как прописывается, то да, я вот хотел про базу спросить. Вот там инженер проверил, сказал, а вот этот вот запрос будет делен. А как он проверяет? Есть какие-то бенчмарки, которые вы используете? Или это так... Вот, а я помню в той ситуации, вот... На... Да, как правило, есть очень мощный аргумент. Либо есть экспертиз, человек, ты просто доверяешь его опыту. Ну, у нас просто есть люди, которые реально эксперты в этом. То есть, ну, ты уже с ними просто уже у них 5 раз спросил, почему, и дальше ты уже спрашиваешь, почему не для того, чтобы развести с ним дискуссию, а чтобы самому получить это понимание. А вы базу данных не обновляете? Ну, то есть, она там как была, там, но успел 5.0, и вы ее продолжаете. Обновляем. Ну, меняется софт. То так. Есть, поведение базы тоже меняется. Да. Внутри меняют, как оптимизируется. Да. Потому нужны бенчмарки. Ну, это другое уже дело. На продакшене есть бенчмарки, да, они проверяются. Но просто когда, ну, элементарная проблема, что человек говорит, что здесь нет индекса на этот запрос, он будет медленным на любой базе. Но я не знаю, еще не знаю, в какой версии MySQL индексы будут не нужны. Вот. Либо он говорит, что да, этот запрос будет быстрым на всех клиентах, которых ты видел. А вот там есть клиент, которого ты не видел, и на нем будет медленный. И он тебе объясняет, почему он будет медленный на этом клиенте. И ты это понимаешь, потому что у тебя уже самого есть опыт. Но на продакшене мы используем вообще New Relic для отслеживания медленных запросов. А ты рассказал про структуру, про API-шку, про структуру API-шки. А юзаете ли какие-то инструменты для того, чтобы описать всю API-шку? Ну, я не знаю, там, Swagger... Еще какие-то инструменты, каких на самом деле куча, для того, чтобы понять, насколько оно вообще правильно. То есть есть какая-то документация на ней, которая описывает суть и структуру этой API-шки, для того, чтобы потом уже ей можно было поревьюить. Да, мы, к сожалению, мы в API-ах типа не суперэксперты. То есть у нас наш API, он был создан там 6 лет назад, и в нем там есть куча легаси. И, ну, он не такой фундаментальный, чтобы можно было прийти и сказать, вот это API мечты. К сожалению, мы не такие эксперты в этом. Мы делаем это весьма кустарно, потому что у нас есть более сложные проблемы, более серьезные проблемы, которые мы решаем. Поэтому мы не особо... По сути, это звучит так. Мы не документируем API-шку. Не, документируем, но вручную. То есть написал какую-то... Да. Да. Да, да. Понял, да. Окей. Спасибо. Ну, это офф-топик. Можем... Мы так делаем, ну, потому что у нас есть более сложные проблемы, чтобы решать. Спасибо, Богдан.